Всем добрый, радостный день. У меня такой небольшой заказ. Новиночки третьего каталога получила. Вот, вкусняшки. Сейчас расскажу свои ощущения. Вот, и смотрите, что мне муж подарил. Погружной блендер Faberlic. Это тоже новинка у нас третьего каталога. Ну, о себе я заказала вот такой рюкзачок. Сейчас покажу. Все расскажу. Итак, смотрите, у нас вышло два экстракта, но я заказала себе сейчас один. Это именно пихтовита экстракт. Идет сок пихты сибирской. Меня больше всего заинтересовало то, что он как бы у нас как антиоксидант идет очень хороший, и плюс он является натуральным источником железа. Здесь вот эта бутылочка рассчитана на 30 порций. Вот я сейчас выпила, да, на 100 миллилитров 20 капель. Очень удобно там дозировать 20 капель на 100 миллилитров и выпиваете за 10-20 минут до еды. Как раз курс месяц. Вот, поэтому давайте попробуем. Попробовала, напиток такой, в принципе, достаточно приятный. Ну, сами понимаете, какой вкус у пихты, да, что он из себя представляет. Так что вот, вот такая новиночка. Эффективная защита, укрепление иммунитета, повышение физической и умственной работоспособности. Ну, опять же, я вам говорю, что когда снижается гемоглобин, начинается очень много проблем со здоровьем, и снижается и физическая активность, и головные боли, и одышка, это я сама по себе знаю, да, то есть появляется, очень сильно выпадают волосы, у меня в уголках рта появляются заеды, это все снижение именно гемоглобина, я сразу чувствую, сколько у меня он уже есть, даже без анализов. Вот, я сдавала, было 70, и сейчас у меня уже, чувствую, на 90 я поднимаю его. Вот сейчас буду использовать наш вот этот экстракт. Посмотрим. Следующие новиночки. Девочки, какой аромат! Просто нереальный. Мы, если честно, мылом твердым не пользуемся. У меня муж любитель. Вот муж пользуется, но этими мылицами, я думаю, девчонки у меня будут ручки мыть, и я с удовольствием. Мыло косметичное, ручной, с косметической ручной работой. Я взяла, я банан не люблю, если честно, только в смузи его добавляю, либо в коктейль, его в мороженое. А здесь у нас получается грейпфрут и манго. Просто обалденно нереальный аромат. Это еще концентрат, да, когда руки мыть. Девчонки уже заказывали, они говорят, просто классно, и оно не сушит кожу. Вот такой подарочек можно скомплектовать, да, там различные наши средства добавить туда, мыльца. Оно по 119 рублей, здесь 100 грамм идет у мыла. Вот, так что, девчонки, имейте в виду, вкусняшки вот такие появились. А дальше заказала себе из серии, я потихоньку заказываю эту линейку, всю хочу, чтобы она у меня была. Это у нас линейка Global Oxygen, кислородная косметика, она крутая, нереально крутая. Если хотите действительно попробовать Faberlic, начните именно вот с этой линейки. Во-первых, она гипоаллергенная абсолютно, подходит для любого типа кожи абсолютно, вот, и здесь есть все, и для увлажнения, и для питания, и для очищения, и для глубокого очищения, что хотите на ваш цвет и вкус, и на ваши деньги, да, вот, вот такая пенка, вообще все пенки компании Faberlic, они очень экономно расходуются, это раз, они очень хорошо снимают макияж, это два, вот эту именно я не пробовала, но я перепробовала все наши пенки, какие у нас есть в Faberlic. Объем у него здесь 175 миллилитров, хватает мне где-то на месяц 4, 5, 6. Вот, очень хорошо снимает макияж с глаз, глазки не щиплет, вот, и кожа вообще на самом деле она скрипит, ну она чистенькая, вот прямо наносите на ладошку и массажными движениями умываете личико, очень-очень нравится, но здесь она у нас еще не просто как бы очищает кожу, да, вот видите, не раздражает слизистую глаз, написано, она еще улучшает тон кожи, вот, увлажняет ее, питает, ну и насыщает кислородом, кислород. Вот у нас в Faberlic такая голубая кровь, запатентованная косметика. Такой косметики нигде в мире нет, только Faberlic, поэтому имейте в виду.
А дальше заказала вот такой витаминный тоник. Он у нас сейчас по акции. Всего 239 рублей. Я его распыляю на кожу просто после того, как умылась. Либо иногда на ватный диск, чтобы проверить, насколько у меня чистенькая кожа. Очень классный витаминный тоник. Он тоже у нас в состав у него такой витаминизированный, классненький. Это у нас корейская разработка. Вот идет. И она тоже препятствует и пигментации, и выравнивает тон кожи, и еще и он насыщает кожу необходимыми витаминами, минералами. Вот, мне очень эта линейка нравится. Вот, поэтому я периодически беру. А дальше, конечно же, заказала ультракондиционер для белья. Золотая орган, просто обожаю. 159 рублей стоит. Ну и плюс зубная паста для всей семьи. Она сейчас тоже по акции. Если вы заказываете от 500 рублей, то вот такую пасту вы можете всего лишь за 95 рублей купить. Это паста со вкусом ананаса. Пользуемся мы всей семьей, здесь 97% натуральных компонентов. Очень вкусные пасты, есть еще тоже с грейпфрутом, а утренняя паста, вообще обалденные такие ароматы, вкусненькая. И заказала себе карандаш, его можно растушевывать, он также не размазывается. Это я уже по отзывам своих девочек рассказываю. Вот черненький карандаш, матовый финиш. Точное нанесение, легкая растушевка, оно прямо здесь указано, да, насыщенный цвет. Вот прямо захотелось мне в косметичке иметь, как-нибудь сделаю обзор своей косметички, мне девчонки просили, вот. И вот такой карандашик для глаз, сейчас я открою, покажу. Вот такой карандашик. У нас точилки, кстати, есть в Фаберлике, очень хорошие, они качественные, хорошо точат. И вот я нанесла. Красиво, да? Вот такой матовый карандашик. Так, у него цена 199 рублей. Вообще линейка Glam Team у нас такая крутая, честно скажу вам. Можно вот скриншот сделать и посмотреть, если у вас есть скрин на телефоне. Более подробно про эту вообще линейку. Так, ну, изготовитель у нас, так, Чехия идет для компании Фаберлик эксклюзивно. Дальше, девчонки, заказала я себе, увидела обзор, девчонки мои делают сумочек, у меня сумок Фаберлик очень много. Давно хотела рюкзак, но почему-то я как-то его из виду, если честно, выпустила. А вот так с девчонками бегать на улице на прогулку, куда-то выходить, иногда вот нужен именно вот такой рюкзак. Ну, я почему-то думала, он поменьше будет объемом, а здесь он вот такой как бы не маленький, не совсем большой, не маленький. Мне понравилось, что здесь есть карман сбоку, можно сюда ключики там спрятать, телефон, например, да, такой достаточно объемный. Вот. А дальше что? Вот такие крутые модные лямки. Вот здесь у нас затягивается, плюс магнитик вот такой. И внутри одно, вот такой один большой карман. И еще с этой стороны три кармашка. И здесь карман на замочке. Вот такой рюкзачок себе приобрела. Я считаю, что вообще классная покупочка такая. Давно хотела, если честно, что-то себе подобное. И вот увидела. И можно как под кожу с ботиночками, я сейчас себе приобрела ботиночки такие клевые. И я думаю, как раз под спортивный стиль будет круто смотреться вместе вот с таким рюкзачком модным. Вот, и смотрите, что мне муж подарил, это у нас новинка. У меня как раз сломался погружной блендер, я так хотела. А скоро 8 марта, я его тут увидела. И так как я VIP-консультант, я же могу заказать товары, которые стартуют у нас в продаже в следующем каталоге, за 2 недели заказать. И все, у меня такая возможность. И он говорит, давай, закажи. Я это сделала. Он мне, конечно же, оплатил. Как он тяжелый. Буду взбивать, я вам покажу, как я делаю с творожным сыром, с авокадо, с чесночком соус, а потом просто на хлебец, а сверху красную рыбку. Получается очень вкусный завтрак, либо можно на овсяно-блин, например, нанести крышечку, что у нас тут еще есть. Так, сейчас мы все достанем с вами. Так понимаю, инструкция.
погружной блендер. Так, это инструкция. Так, ну все, вроде мы все достали. Ничего больше нет. Так, мощность 1000 ватт, это хорошая регулировка скорости, турборежим, 3 насадки. Так, ну что у нас тут? Стаканчик, венчик. Давайте я сейчас все достану с пакетика, то мне одной рукой неудобно. В общем, смотрите, насадка, значит, это что-то размельчать. Кстати, можно, я прочитала, что размельчать и мясо, делать пюре, например, или котлетки, да, вот. Что-то перемалывать, это вот отдельная насадочка, вот такой стакан мерный, с крышечкой он идет, очень-очень вообще удобно, идет на 700 миллилитров, но здесь чуть побольше можно даже, вот здесь что-то взбивают как раз, ой, да, очень удобно, вот это сам погружается прямо сюда, вот, вообще классно, венчик, и он такой сам тяжелый. Здесь вижу две кнопочки, потом отдельно обзор сделаю, когда буду что-то готовить, да, с помощью него. Вот. Вот так он выглядит, если его собрать. Плюс эту насадку можно и сюда, и отдельно венчик тоже опускаем и взбиваем. Сливки, например, вот для тортика, тоже с креметой это делаю. Вот, либо здесь что-то перемалываем. В общем, очень вообще покупка классная. Вот здесь еще дополнительные есть. Сейчас фокусировку сделаю. В общем, будем разбираться. Девочки, сделаю отдельный обзор, как я буду с помощью нашего погружного блендера буду делать, готовить, в общем. Вот, поэтому следите за моей лентой. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки. Будет мне очень приятно. Спасибо. Пока-пока.